Смотри, пару слов впечатлений. Ну, я в восторге, я в огромном восторге. И что, за кого будешь голосовать? Вообще, мое сердце голосует за всех, абсолютно. Ну, конечно, я люблю Гуляева очень. Я его просто люблю, потому что, мне кажется, он такой креативный, настоящий, живой. И, как сказать, ну, не знаю, какая-то в нем есть такая доброта и честность. Вот что. Понятно. А вообще, он призывает правильно радоваться, жить, и оценивать нельзя, потому что всем хорошо. Вот я тоже думаю, я не могу оценить. Оценить невозможно. Творчество нельзя оценить. Им нужно наслаждаться, любить и выпить за это. Люблю. Спасибо. Шикарный показ. Я очень рада за девочек. Королевская осанка – это что-то. Просто супер. Самое лучшее, что может быть. За кого голосовал? Да, ну, в общем, интрига. Но обязательно проголосую. Обязательно, конечно. Да. Пойдем проголосуем. Я очень довольна, что вот я пришла. Мы сюда все-таки попали. Со всеми, как бы, со многими давно не виделись. Вот сейчас увиделись. Это просто. Я вас тоже. Это фонтан эмоций, это просто что-то, вау. Во-первых, сбылась моя мечта, то есть я стала моделью, то, что я 17 лет об этом мечтала, и во-вторых, сама модельером, вот еще круче, модельером. Я модельером стала, да, а на следующий год мы уже договорились, я уже буду моделью, я пойду по подиуму, так что это только начало. Мне сказали, что с моей красотой, с моим ростом, Правильно. Обязательно на подиум. Да, только ты, пожалуйста, не последний момент мне об этом сообщи, ладно? Хорошо. А то я как-то, знаешь, не была. У меня прекрасное впечатление по поводу этого показа. Вообще, я довольно рада, что наши модели выступили, что такие были прекрасные дизайнерские показы, луки, замечательно. Я просто в восторге, очень рада, что я здесь присутствую, что, ну, в общем-то, дизайнеры такие молодцы, что они продвигают фэшн-моду и чему-то нас учат. Очень все понравилось. Спасибо. Зайкам привет. Зайкам привет. Супер. 5 слов. Ну, всего доброго дела. 5 человек. Все довольны. Антиграбеж. Да, давайте. Мы вместе едем, поэтому все равно. Мы поймали в лифт нашего дизайнера. Да, пожалуйста. Не отпусти, не. Ну, мне же надо два слова. Два слова впечатления. Девчонки, дайте дизайнеру сказать. Нажимайте скорее. Пока едем, пожалуйста, свои впечатления, девчонки. Такого мне не рассказывали, что будет происходить.